Ну, пошли сюда. Пошли ко мне. О, так, маленький. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 265. События дня. 1 Петра 4.7. Впрочем, близок всему конец. За 2 сентября 2016 года. Ну и далее посмотрите. Об одном человеке, который сумел заразить всю страну, всю церковь ненавистью друг к другу. Никто слова секта не знал. Сейчас все буквально пышет. Сектовед. Большего злодеяния теперь уже, наверное, не придумать. Это подчищает уже гарвардским, там, хьюстонскими проектами. Просто прочитайте, посмотрите. Ничего не знает любая бабка. Никогда этого не было, никто не знал. Дети собирают ягоды. Секта, сектанты развелись. А деревни идут сестры. Молодые девчата, красиво одетые. Такая природа. У сектантов сколько развелось. Что? Дворкинские метастазы. Это легко прививается. Человек никто. Но ему дается шанс встать впереди. А кто? Я тут церковный. Я воцерковился. Слово-то какое поганое. Воцерковился. Нет этого слова нигде. Воцерковился, значит, угождать научился. Ставить свечки, покупать, все делать, как тебе говорят. Ни Христа не знает, ни Святую Библию, ни Евангелие, ни жизни христианской нету. О чем говорят очень много священники сейчас. Видят, что беда пришла. Они видят откуда. Миссионерские отделы создали. Самое злобное. Самое хамовитое, все туда теперь стеклось. И все это к одному человеку. Ну а теперь пришло время. Создал пугало для устранения неугодных. Вот он, создал пугало. Ничего нету. Никогда не видела. Ни одного слова нашего не читала нигде. Но ей сказали сектанты. Все, она понимает это опасное слово. А так она прижалась к батюшке, все, она не сектантка. Одним словом возвысил сразу всю мерзость всех невозрожденных, всех мертвецов. Всякая погонь стала считать себя, что они воцерковленные, а они спасенные, ну и прочее. Все можно делать. Вот. И как будто бы ослепляют, они видят ни в синоде, ни патриархи, ни митрополиты. Что она делает? Видите как? Затормозите, посмотрите. Клятвенно связанный с США наркоман Хиппи Дворкин. Кто и как запугивает население России? С какой целью? А его обязательно поддержат. Ты не сектант. Нет, ты в церковь ходишь, все. Больше ничего не надо. Храм, храм, храм. Все, захромали. И что-то они знают. Ни писания, ни святых отцов, ни каноны. Все нарушают. Абсолютно все. Но знают, главное, что подлизываться. Вот сколько восклицательных знаков. О победе. Кафедру сектоведения закрыли. Боли не оскверняют. Богопротивные речи главного сектоведа. Злодеяние сплошное. Профессор, враг. Нынче на нас вот гонение воздвиг, это его рука. Все это уже, да, ну, с рождественских чтений выставлено. Как они засуетились. Роспотребнадзор, Роспотребнадзор, написать, давайте напишем. А, митрополит, он связываться не будет. Ну что тут, на трупе. Тарас пишет, Игнат Тихонович, здравствуйте. Сижу за вашим житием. Молюсь за вас, всегда помню вас. Благовестием занимаюсь, проповедую. Надеюсь, смогу показать в недалеком будущем плоды моего общения с вами. Благодарю за молитвы. Вот один день, что-то отключено. Почта в моем мире отключена она или не открывается. Но нахожусь где? В деревьях, в степи, считай. Потом показать наши ресурсы.
Вот первое, это мой мир. Вот. То все во свете Библии, открытым оком. Наш форум. Вот он как. Форум. Во свете Библии. Вот тут и написано. Во свете Библии. А это? Это наш православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Сегодня поставил. Сколько? Сейчас посмотрю, обновлю. Страница. Ну, не получилось. Ага. События дня 4. 11 минут назад. Храм 4. Южный пруд, окончания работы. Вот поставил сегодня 7 роликов, большие, маленькие, пока достаточно. И во свете Библии наш сайт. Прекрасный сайт во свете Библии. Вот день вчера прошел один. Я почти целый день провозился, распутывая мотки, путанная проволока на железной дороге, тут она недалеко. Меняли столбы и сбрасывали проводы. И поэтому кто как мог, волокли к себе. Они заброшенные в траве, с травой, все перепутанное. Я с саперными ножницами резал и заматывал. И часов 8 провел только на этом. Борьба с осами была. Оказалось, отработка не горит. Как, я думал, как бензин она может быть. Ничего подобного. Ну и показали мы, как это. Осы заедают буквально, пройти не дают. Колодка стоит, пчел, все забито осами. Оса. То ли благоприятная обстановка такая для ос. Вот. Вчера первый день Никита наш Колесников пошел пасти. Составили график, какие дни. За кого-то целый день, за кого-то полдня, пока ученики в школе. Договорились, за день пасет 500 рублей и 1,5 литра молока. Ну, видимо, им очень выгодно. Вчера Андрей уже принес сразу помидор. Я посчитал 11 помидоров. Я говорю, в ответ 11 яблок наших, самых крупных, дали. Пересчитали, дали 11. Вот. И 1,5 литра молока принес. Сам прямо в лагерь принес. Вот во свете Библии. Люди не знают, что во свете Библии. Нашелся человек, который это полюбил. Владимир Мочалин. И я несколько раз уже показывал, это дай прослушать. Ну, кто уже слышал, ему это не надо, ну и не слушайте, отвернитесь. Освещает лишь Библии свет в земных и небесных мирах. Должны мы нести Слово Божие в сердцах всем людям планеты Земля. Забытые строки с любовью Отца мы славим вновь правду Христа. Ты смело шагай и не
погоде ты не забывай. Ты в жизни своей все преодолей, лишь Божию слово взывай. Оно тем сильней сердце твое звучит все ясней и ясней. И то свет создал из ничего, и в мире всем станет светлей. Богу нашему слава. Аллилуйя. Ну-ка, подожди.